Всем привет, интернет! Слушайте, тут мой друг. Помните из далекого солнечного Казахстана, которому заказывали дремели, которые тестировали, которые нам еще очень понравились, решил собрать небольшой макитовский сетик. Болтоверт плюс батарея и зарядка. Ну как макитовский? Под макиту макитовские же китайские батареи с AliExpress плюс болтоверт с AliExpress, который работает на макитовских батареях. Половина уже пришла, все заказывалось с разных мест. Вот здесь приехали, да-да-да, вот здесь приехали пока что батареи. Стой! Куда сорвался? Батарейки возьми для часов. Слушайте, продавцу прям вот за упаковку, сейчас проверим, как это все будет работать, но за упаковку продавцу прям огромный плюсище, пятерище. Просто литий-ион, Made in China, то есть никаких тебе там под макиту сделанных маркировок и так далее. Здесь, в принципе, лежит еще одна батарея. Ну, давайте мы ее тоже вскроем. Тоже все так же хорошо запаковано. Смотрите, и также лежит батарея. На батарее есть, оказывается, у нас еще и индикатор. Жмем и смотрим, сколько загорелось ячеек. 4 ячейки, как бы, да, получается, что она, да, полностью заряжена. Вот на этой 3 ячейки, это заряжено на 3 четверти, на 70, получается 5%. И вот в этой коробке сверху все приклеили. Я другу буду отправлять, и это все так, конечно, не упаковка красиво, как китайцы сделали. Значит, а тут у нас есть, должно быть, зарядное устройство. Да. И вот здесь опять же китайское, опять же зарядное устройство для аккумуляторов. Слушайте, ну макитовцы, конечно, извращенцы, блин. Тут одно зарядное устройство, не знаю, как путь для запуска ядерных ракет. Монстроподобно. USB выход. Монстроподобно. Все это смотрится. Можно ее куда-нибудь прилепить на стенку, как телефонный аппарат, батарейку, и все, заряжаешь. Вот здесь характеристики написаны. Тоже все, как бы, Rapid Charge, быстрая зарядка, тоже все китайское. Здесь еще есть инструкция по эксплуатации на английском языке, уже хорошо. Ну, в принципе, более-менее понятно, что тут да как, без особых знаний английского языка. То же самое, в принципе, что и написано в инструкции, у нас показано здесь сверху на зарядке. Когда мигает зеленый, значит, надо что-то подключить, не подключена батарея. Когда мигает красный, зарядка находится в режиме охлаждения. Когда горит красный, в режиме зарядки. Когда горит красный и зеленый, почти заряженная батарея, да, 80%, как написано в инструкции. Когда загорелся зеленый, заиграла музыка, все, заряжен аккумулятор. Если мигают оба индикатора, значит, произошла какая-то критическая ошибка. Ну а тестировать будем мы вот таким вот Uber девайсом. Это тестер нагрузка, есть у меня такой вот в активе в моих закромах. Я уже подключил аккумулятор 19,6, он показывает. Пусть вас это не удивляет, как и надпись 18 вольт. 18 вольт — это, скорее всего, напряжение, которое аккумулятор обязан выдавать на всем протяжении разрядки, потому что полностью заряжен он может либо 21 быть, либо 16 копейками. Ну, 21 минус 4,2, потому что либо 5 банок стоит внутри литий-ионных, либо 4. Мы сейчас вот этот протестируем, на что он способен, а вот этот будем именно потом разряжать, чтобы узнать, врут ли китайцы насчет емкости или нет. Значит, на что способен, просто и незатейливо будем тестировать. Даем нагрузку и смотрим. Ну, 19 вольт 2,63 ампера, 3 ампера, 4 ампера, 18 вольт, да, достойную нагрузку держит аккумулятор. Ну, у меня нагрузка, 180-ваттная. На 9 амперах выдает 17 вольт. Ну, вот еще нигде не могу найти, сколько потребляет ударный гайковерт. Я понимаю, что много он потребляет во время работы, но насколько много, чтобы оценить, насколько хороша батарея, к сожалению, увы и ах. Везде написана емкость батареи, везде написано напряжение батареи, крутящий момент болтовертов, но нигде не написано, сколько он жрет ампер. Но я выдавил практически все, на что способна моя нагрузка. Поэтому сейчас мы переходим к тестированию емкости аккумулятора. Тестировать мы будем емкость на вот этом, на другом аккумуляторе, который у нас более свежий, который мы пока еще
не мучили. И разряжать мы будем аккумулятор током в 1 ампер. Напряжение на аккумуляторе 20,6, показывает мой тестер. Зарядка показывала 21 вольт. Этот был немножко недозаряжен аккумулятор, мы его обязательно дозарядим. Контрольный заряд сделаем, посмотрим, какое у него напряжение. Ну, а на этом ставим 1 ампер. И ждем. Ждем его полного разряда. Счетчики все обнулены. И посмотрим, какую емкость он выдаст. Ну, китайцы здесь гордо указали 18 ампер часов. Но учитывая то, что оригинальные идут там, по-моему, в 4, в 5, в 1,5 ампер часа. Это емкость аккумуляторов, надо понимать, тех, которые стоят внутри батареи. А пока разряжается этот аккумулятор, посмотрим, что внутри у них. Ну а внутри выглядит аккумулятор вот так. Кстати, для того, чтобы его разобрать, нужна вот такая вот хитрая треугольная бита, потому что здесь шлицы под такой вот хитрый треугольник, причем винты утоплены глубоко в корпусе, поэтому раскрутить не так-то просто. Ну а здесь внутри все как предполагалось. 5 аккумуляторов попарно они стоят, поэтому максимальное напряжение 21 вольт может быть. Батареи, ну, не видел оригинальную макитовскую, но здесь все сделано аккуратненько и все сделано на должном уровне. Термовыключатель стоит, термозащита есть у аккумулятора, термодатчик, ну и, собственно говоря, плата зарядки защиты и вот эта вот платка для проверки заряда. Нажимаем, загораются наши индикаторы. Как-то так. Слушайте, дамы и господа, сел тут на перерыв похрустеть, чтобы не грустеть, и увидел весьма обнадеживающие результаты. Хочу показать вам вот промежуточные результаты тестирования, которые весьма впечатляют. Смотрите, 18,2 сейчас напряжение у аккумулятора, он разряжается 2 с копейками часов. Самое главное, он уже отдал 2,3 ампер часа емкости. Его индикаторы показывают, что он сейчас разряжен наполовину. Ну, где-то на 15 вольтах должен его контроллер отключить от питания. Ну и я вам хочу сказать, что китайцы, по всей видимости, не обманули. Если там они действительно поставили аккумулятор общей емкостью 18 тысяч миллиампер часов, то наружу он где-то должен выдать, и скорее всего выдаст, учитывая эти цифры, 3 целых где-то там с копейками. Ну, 3,7, но будут потери в любом случае. То есть около макитовской тройки он должен наружу вытащить свободно. Второй аккумулятор у меня уже зарядился, с ним тоже полный порядок, 20,8 вольт показывает здесь зарядка. И хотел показать, для чего нужен USB порт, вдруг кто-то не знает. Он нужен для того, чтобы 2 ампера он выдает, 5 вольт 2 ампера, для того, чтобы заряжать какие-то USB девайсы. К сожалению, невозможно его задействовать, заюзать так, как мне хотелось бы, то есть ставить аккумуляторы при выключенной зарядке зарядить, например, смартфон, то есть в качестве такого своеобразного пауэрбанка. К сожалению, увы и ах, работает только от сети. Заряжает одновременно этот аккумулятор и одновременно заряжает смартфон. И такая ремарка, чтобы ее не оставлять на потом, пока вспомнил, почему ток разряда 1 ампер. Потому что я не знаю, какие аккумуляторы внутри там стоят, они не промаркированы, высоковольтные, они не высоковольтные. А в среднем по палате, если почитать даташиты, аккумуляторы при тестах разряжаются током 1 ампер. Ну, некоторые как бы 2 ампера, это считается быстрая разрядка. Поэтому 1 ампер. Поэтому дожидаемся, пока 1 ампер разрядит полностью аккумулятор до конца, и потом будем говорить. Об задел тут надо ее выключить, и потом будем говорить уже о конечных результатах, которые, я думаю, будут прям более чем отличными. Ну все, дамы и господа, закончил, можно сказать, у нас разряжаться аккумулятор, потому что вот так резко просело на нем напряжение. Сейчас оно будет без нагрузки восстанавливаться, и нет смысла его дальше гонять. Почему-то не отключает его, по идее, плата должна. У китайца написано, что он защищен отключить от разряда. Но, тем не менее, в принципе, на таком напряжении просто уже не будет работать болтоверт, так что смотрим на результат. Результат не такой впечатляющий, на который я надеялся, но, тем не менее, 2,7 ампер часа вполне себе укладывается в статистическую погрешность плюс-минус 10%, тем более еще неизвестно, что там показывает оригинал. Но мы никому скидок делать не будем, ставим его на
второе место между оригинальной двойкой 2 ампер часа и оригинальной тройкой 3 ампер часа. Это если по емкости. А если в общем, да, по соотношению цена-качество, конечно же, по эксплуатационным характеристикам ставим его на первое место. Просто потому, что вот так я оригинальную Makita загуглил, 3 ампер часа стоит 3,3 раза дороже, чем вот этот аккумулятор с AliExpress. Поэтому однозначно ему пятерка с плюсом. Отличный аккумулятор, как на мой взгляд, думаю, друг будет доволен. На этом у меня все. Встретимся в следующем обзоре аккумуляторного болтоверта Makita гайковерта с AliExpress. Всем, как обычно, удачи, удачных покупок. Всем пока, до новых встреч.